Начнем с того, что 6 мая в Уфе произошел громадный провал грунта над строящимся тоннелем восточного выезда. Воронка диаметром 50 метров и глубиной до 5 метров образовалась в районе парка лесоводов. В общем, конечно, это вот вообще сильно народ испугало. Вот правда, вдруг внезапно, причем это еще на камеры попало, слава богу, не было машин и людей, они буквально проезжали там за несколько минут до того, как это все просело, затрещало. Совершенно идиотская реакция сразу же последовала от нашего Минтранса, который заявил, что провал никак не связан со строительством тоннеля. Ну понятно, а с чем он связан, господин Булышев? Опять, значит, Байден озорует у нас в парке лесоводов? Или, может быть, Обама по старой памяти пакостит? Ну, глупее вот комментарий, конечно, не придумаешь. Это очередная иллюстрация, как работают со СМИ и с информационным вообще пространством нашей власти. Это, конечно, дикая абсолютная история. Ну ладно, вернемся. Что же там произошло в реальности? В реальности там разрушилось крепление балки одной из штолен тоннеля. Вспомогательной штольной тоннеля, которую... Вот эту балку, которая разрушилась, по моим данным, крепили в 2001 году. Ну, откуда я это узнал, не спрашивайте меня, но такая вот информация. С тех пор балку никто не инспектировал, она стояла как стояла, и вот достоялась. Ну, надо, кроме того, что понять, что вот власти наши в экстренной ситуации не умеют работать с информацией, и своим идиотским поведением вызвали только волну паники, которая... продолжается, а теперь из этой паники начинает формироваться устойчивое представление о том, что восточный выезд – это опасный, смертельно опасный для города объект. Вот. Хотите вы или не хотите, но это мнение начинает формироваться под воздействием вашего бездействия, я сейчас обращаюсь к Минтрансу, в отношении вот этой истории. Нужно было подробнейшим образом и сразу объяснять, что же там случилось. Ну вот теперь начинается такое. Теперь вопрос следующий. А не проинспектировать ли все вторичные, первичные, третичные объекты, сопряженные с восточным выездом, построенные в 90-е нулевые года? А нет ли там еще таких же балок в таком же состоянии, смонтированных в 2001 году, которые ну вот, вот-вот скоро чего-нибудь нам дадут? Потому что воронки диаметром 50 метров – это уже вам не шутка. Это вам не машина утонула в Энорсе. Тут может и автобус уйти под землю, и много что еще. В общем, конечно, Минтрансу нашему сейчас, господину Булышеву, нужно брать голову в руки и начинать ей трясти, можно бить ею об стол. Я не знаю, что помогает, чтобы прийти в себя, но вот работой с информационным пространством нужно заниматься самым срочным образом. А еще у нас чуть не упала канатная дорога, та самая древняя легендарная канатная дорога, которая идет от... трамплина к побережью реки Уфимки. Слава богу, никто не пострадал. Так и непонятно до сих пор, что там произошло, но людей эвакуировали с помощью спасателей. К счастью, не оборвался трос. И здесь у меня вопрос очень похожий на предыдущий. Ну, вот эти вот неполадки с этой канатной дорогой, коль скоро она вообще работает, они регулярные. Не пора ли провести инспекцию и дать четкое определение работоспособности этого объекта? Штука действительно очень старая, ну, действительно очень красивая. Я сам с девушками катаюсь там на этой канатной дороге и всегда очень радуюсь. В общем, конечно, вот такие объекты нужно к ним отнестись с повышенным вниманием и четко, объективно и конкретно давать информацию о их состоянии. Вот тогда не будет такого. Тогда не будет нарастать паника и представление о том, что у нас тут техногенные катастрофы следуют одна за другой. Ну и третий техногенный аспект Уфы за минувшее время, он, конечно, немножко комичный. Много дождей было в последние дни, и вот вдруг внезапно выяснилось, что затапливает у нас Советскую площадь. Вот этот новообретенный объект, куда Ради Фаридович любит заложить какую-нибудь капсулу с каким-нибудь грунтом, оказывается, ливневая система сделана неправильно. И машины чиновников, которые там по краям стоят, начали подтапливаться в дожди вот в этой новой, абсолютно сверкающей Советской площади, которая даже скоро должна стать символом нашего боевого духа, братства и сплоченности вокруг президента. Вот эта штука превращается в какую-то зловонную лужу под воздействием дождей. Дело в том, что под мудрым руководством как бы архитектора Сарапуловой
плитку на этой Советской площади перекладывали, по-моему, 3 или 4 раза. Я не знаю, за чей счет все вот это вот происходит. То ее вспучило, то не тот вид, то, значит, колор не тот. В общем, было много историй. А денег зарыто в эту Советскую площадь там просто, вообще не знаю, немерено. Но вот результат вот. Архитектурный гений мадам Сараповой породил систему ливневой канализации, которая оказалась выше уровня воды. Не знаю, будут ли в пятый раз перекладывать плитку на Советской площади, но вообще, конечно, грозит им там серьезное подтопление.